Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазеп, и мы продолжаем играть в Зомби-Ю. Так, как видим, мы 6 часов продержались, 19 минут. К сожалению, персонаж у нас второй. Да, не повезло нам немного. Подорвали себя на собственной мине. Я думаю, эта тетка проживет долго. Я думаю, до конца игры все-таки уже дойдем, да? То знаете, как-то вот после смерти того пацана как-то вот даже вот много. Я решил сделать себе перерыв. Пару деньков. Не играть. Но когда понял, что серию все-таки ждут, я решил записать. Что это за пули? Подожди. АК. Так, ну мне вроде как все нужное. Кроме тоза, наверное. Один патрон. У меня есть в запасе? Запаса у меня нету. Какая жалость, а? Какая жалость. Блин, тоз выложить. Как же ж я без него, без моего маленького тозика. Ладно, пойдемте. Только вы знаете, что я сейчас распределю оружие слоты. Так, что у нас? Первый, второй, третий, четвертый. Хорошо. Как скажете. Какие у нас сегодня будут приказания? Сэр. Пойдем. Да, сегодня пойдем. А иди куда хочешь, да? Называется. Или как это понимать? Цели у нас, походу, нету. Сейчас глянем. Что нам вообще надо? Доставить доктору 7 писем. Взять письмо Див Беконфилдс. Беконфилдс. Еще в Тауэре есть. Беконфилдс Тауэр. Так. Давайте сходим в Тауэр. Возьмем там письмецо. Обыщем сейчас весь Тауэр. И ради этого. Раз уж этого просит у нас игра, то... Свет. Бита. Да, может быть, в неожиданных местах. Стоп. А у нас вот там, где мы еще не ходили, да? Поэтому давайте, может, спустимся. Посмотрим. Что-то тут не так. Они все за решеткой, да? Ходи. Зомбированная. Вроде как все. Ну я понимаю, что здесь эвакуатор находится. Мне кажется, эта записка будет где-то непосредственно на Тауэре. Так, здесь у нас ничего нету. Давайте, знаете что, проверим те места, где мы бежали в попыхах. Как-то так.
Нам может, кстати, вполне оказаться и за этой дверью. Wait. Не, там дверь, она скриптовая. Так, следовательно, тут наверху у нас нифига нету. Ладно. Проехали. Сейчас спустимся. Может, сам Тауэр? Можно еще немного на улице пошарить. А! Все. Так, лодку мы вроде как обыскивали. Вот нам бы туда попасть как-нибудь. В воде никого нету, мало ли. О, теперь у нас как-то здесь есть, как-то я так первый раз не обнаружил. Не, постой, дорогой, давай-ка мы здесь разберемся. Там мы вроде как всех позачищали. Нужно сканировать. Ну давай. Это сейчас мы можем взломать. Они могли. Пойдемте. Разберемся. Мне постоянно кажется, что она откроется, на меня кто-нибудь выскочит. Заперты там. А давайте-ка, знаете что, подготовимся к этой ситуации. Перезарядим. Может, 100 забабахнуть? Как думаете? Не, ладно. Лучше уже тогда с этого. Откуда ты взялся, кстати? И не задену ли я бочку, которая взрывается? Да ты умри! Все. О, еще улучшение. Отлично. Лучше какой-нибудь автомат. Полежи тут. Хороший такой помповик. Легче и быстрее обычных дробовиков. Еще быстрее. Да ты ничего не понимаешь, дедушкином тозе. Вот это да, вот это вот мощь. Смотрел по количеству урона. Это вы знаете, вот как-то вот впечатлил меня ваш М4. Тут дедушка как шарахнет, там троих в ряд сложит. Давайте посмотрим для сравнения. Может быть, это какой-то получше будет, чем тот. Так, огневая мощь 300. 10 и 20. 128. Ну, если только я не знаю улучшить, ну сколько там будет? 400. Емкость 7. Разрядить можно как-нибудь?
Давайте хотя бы посмотрим на его внешний вид. А чем-то он мало отличается. По-моему, точно такой же, как и тот. Давайте соду возьмем. Не, вы знаете, меня что-то вот больше впечатляет. Старый, добрый. Так, по сути дела, мы нашли записку, да? Таури, взять письмо Див с Спитафилдс Грин. В жилом районе Брик Лейн. Давайте сходим в жилой район Брик Лейн. А больше ничего не надо. Пацан уплыл. Лейн. Зомби не появились, нет? Появились. Рынок. Убежище. Жилой район. Подземелье дворца. Жилой район. Отправимся туда. В жилой район. Так, ну сейчас надо по всем углам смотреть, чтобы ничего не пропустить, какую-нибудь запертую дверь. Вообще хорошо было бы сходить сначала в убежище, сложить этот дробовик, может там что улучшить. А, кстати, загуглить, может здесь можно разрядить оружие. Так, ну. Ясно. Кнопочка В отслужит для наведения назад. Быстрого. Это, наверное, хорошо, кто играет. Ставьте. Я хотел просканировать. Уже ничего нету? Пусто. Так и знал. Так вот и знал. Рембрик Лейн. Дом. Даже не знаю, столько направлений. Давайте вниз сходим. Дом Рона. Давай, шлепай сюда. Все. Моя тёлка уже разбивает голову с одной плюхи. Да. Так вот. Я думаю, может она в доме Рона находится. Точно не могу сказать. Я не подсматривал, в принципе, никуда. Это так, знаете, мои догадки. Так, а когда я поеду на лифте, там кто не прибежит, как первый раз? Нет? Да упокойся ты с миром уже. Что там у тебя? Флеер? Можно ставить себе. Здесь у тебя тоже ничего интересного. Приятель. Здесь, комнатушки. Комнатушки тоже вроде как ничего. Не, я думаю, все-таки дома у этого Рона там что-то должно находиться. Хотя мы же там вроде какую-то записку находили. Типа по яйцам. Дома вроде какую-то записку же находили у него там. В сейфе. Искади там. Так, ну мы в жилом районе находимся. Реально Виктория, жила в районе Брик Лейн. Ах.
Нет, давайте не будем ходить домой. Давайте непосредственно в жилой район. Зря мы там зомбаков чищали. Как еще раз называется? Перчаткой можем туда пройти. Сваливайся, сваливайся, не стесняйся. Давай, 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 давай. Все? Больше нет желающих. И есть. Давай с тобой разберемся. Сначала. А здесь у нас больше никого? Так, не, ну конечно кого, но в другом помещении все. Ладно, не важно. Просто взорвем здесь все. Хорошо жахнуло. Чувак, тебе там как, удобно на толчке? Чувствую, у тебя точно записка. А я знал, что он живой, поэтому я не останавливался. Да. Чё, тебя опять улучшалка какая-то? Повышение скорострельности. Так, патроши. Подожди, ради этого я тут взорвал, да? Ради только этого. Так, где записка Ди? Что-то тут нечисто, да? Считаете? Пусти. Может, у тебя там утоплено чего, нет? Вот что за наебалово, а? Так, здесь залезть я не смогу. Прям обидно, обидно. Я, кажется, знаю, где она может быть. Помните там, где мы хотели, я сказал, что обязательно вернусь. Которая там за стенкой находится. Так, это только, блин, то мне спуститься надо. Ага, а там я уже не поднимусь. Сейчас что-нибудь придумаю. Это не проблема. Все решаемо. Там до хрена надо будет подрасчистить их немного. Немножко очень подрасчистить. Нахрен мне ваши доски, себе оставьте. Ай, блин, мог бы здесь просто обойти. Ну ладно. Не суть как важно. Товарищи зомби! Одного. Думаю, разберусь сначала с верхними. Здесь же у нас никого нету. Посмотрите на него! Доныкался. Давай, подходи. Так, здесь у нас никто не валяется. Ладно, приятель, это я так немножко издеваюсь над тобой. Ах.
коктейль Молотова. Можно его швырнуть прямо вниз. Так, проверим, мало ли там за дверью кто. Кто я знаю, там один ханыра был. Вы посмотрите-ка. Он, походу, был квестовый, этот ханыра, да? Когда здесь находился. Так, что я хотел? Помните, вот так вот становились, вот пытались что-то высмотреть. Требуется ввести код. Какой, мать его, код? Может, просто мне дверь просканировать, потому что у меня так уже получается. Да я понял, что у нас кодовым замком. Но стопудово же там записка лежит. Или это может как-то, вот, знаете, вот так вот надо посмотреть. Там вообще ничего, как бы. Не. Стопудово как-то вот так. Только шифр этот. Уже как в этом дворце. Может, записка где-нибудь. Она что училась читать? Так, ну это руководство по выживанию. Письма Ди. Значит, почитаем на паузе, кстати, то письмо. Так, стоп. Давайте вниз проматываем. Если тут читает. Ноль ноль семь. Здесь у нас всякие газеты идут. Тоже читали. На паузе. Естественно, в предыдущих сериях. Ну, наконец-то! 8, 2, 2, 3. Это было криво стать. 8, 2, 2, 3. Так. Блин, у нас фонарь почти сдох. Прежде чем зайти туда, я думаю, надо немного его отреденить. Пусто. Ну да, по традиции. Что у нас есть? Мы сюда не впихнем никак вообще. Вообще никак. Ладно. Пойдемте. Фонарик у нас вроде как резнулся. Так. Я вам тут не помешаю, молодой человек. О, вот это вот хороший подгон. То, что это дробовик. Так, давайте бросим. Это мы возьмем. Отличная штука, чтобы сдерживать толпу в ближнем бою. Ясно? Чем он стреляет? Патронами и пистолетами? 43. Ну, у автомата, конечно же, побольше. 45. Не, ладно. Записку Димы нашли. Нашли? Нашли. О. Это подгон. Вот это бонус. Да, это бонус. Может, выпить одну газировочку? Нет? И оставить же, знаете, как-то вот жалко вот что-нибудь. Но аптечек у нас, в принципе, дофига. Я думаю, мы в них особо так и не нуждаемся. Себе. Я сейчас думаю, может, один даже вытяну. Прямо вниз туда.
тренируешь швыряние коктейлей в Молотова. Давайте вместо дедушкиного тоза. Ну что, ребят, кому прикурить? Спорим, не дойдешь? Не дошла. Вы посмотрите, какая настойчивая одна нашлась. Ой, ладно, у тебя. Что мне ее ждать, пока она там дойдет до меня? Уже полдня пройдет. Сейчас мы спокойно вернемся себе. Она нас уже давно потеряла. Так, что-то я заблудился. А, все, нашелся. Так, почитаем записочку Ди. Ну, естественно, на паузе. Так, где она там? Письма Ди. Где там у нас? Последние. 15. 13 мы читали. И оно последнее отображает как-то вот. Давайте на всякий пожарный, кто что не читал. А вообще, знаете, я сейчас сделаю так. Все сначала. Письма Ди. Читаем. Это. Так, теле 13 надо прочитать. Здесь газеты идут. Даже не записка Ди, по-моему, да? А не, вы смотрите. Ладно, начну с последней газеты. 30. Прочитаем все. Вроде как все прочитали. Теперь можно спокойно возвращаться в убежище. Вернусь в убежище, поскладирую там все, и можно будет выдвигаться дальше. Надеюсь, нападения сейчас никакого не произойдет. Хотя вроде сколько раз возвращались, нападений не было. Один раз было. Что не отобьюсь. Отбился. Самое тяжелое это было, походу, эта ловушка, которую мы попали там, где наш пацан сдох. Можешь хранить там оружие, патроны и припасы. Ты серьезно? Все не утащишь. Зато если есть тайник, всегда можно запастись перед вылазкой. Храни там все, что хочешь. Как скажешь, бро. Ставь налик свой. Ставь UMP. Тебе не нужен. Повичок. А тоже оставляй. Я думаю, одного магазина запасного нам хватит прям всю жизнь.
уж баечку я сюда перетащу, чтоб, знаете, виднее было сразу, что взять. На стволов. Давай к этому сюда, это сюда. Сказал, сюда тащи. Ну, быка затащил. Не хочет. Ни в какую. Ладно. Два, три. Четвертый мы вытянули. Вещи первой необходимости у нас тут все. Еще соду можно было вместо вот этого поставить. В случае чего быстренько выпить. Сундук, один слот свободен, лол. Что нам надо вообще? Счастье. Вообще, я бы улучшил автомат Калашникова. Он мне как-то больше симпатизирует. Ладно. Будем практичными. Так, скорость. Скорость нам не надо. А, давайте... L86. Скорость. По-моему, ее улучшали уже, да? И, по-моему, все апнули. Так, дедушкин тост. Ну, емкость мы ему никак не апнем. Огневая мощь. 770. Так, и вот сколько будет у тебя? Вот, интересно, скорострельность, разброс, емкость, огневая мощь. Ладно, мы тебя выложили. Хорошо, без проблем, сейчас возьму. Ну, чисто ради, знаете, ради эксперимента. Научного, естественно. Где ты там? Полезай-ка сюда. Хорошо, посмотрим сейчас. На что он там сгодится. Так, огневая мощь. 390. 390. Блин. Ладно. Все равно тратить надо же куда-то, да? Емкость. Вот это вот. 10 патронов. Разброс. Ладно, я думаю, вместо дедушкиного тоза, на случай важных переговоров, закончится магазин. Все. Дедушкин тоз отправляется до лучших времен. А, что-то я взял. Не то, что надо было. Менять. Тос. Все, теперь у нас занял почетное место боевой дробовик М4. 1, 2, 3. Как раз на 4 его и назначим. Вот и все. И наши пироги. Говорил, Брюс всемогущий, да? Вот освободили. Так, сейчас посмотрим, где наша записка еще лежит. Так. Спитафилдс Грин. Где этот Спитафилдс Грин? Беконфилдс. Спитафилдс и Беконфилдс. Сейчас поищем. Не-не-не. Спитафилд Грин. Конфилдс. Давайте Спитафилд Грин сходим. Поищем там записку эту. Не заметить. Интересно.
Так, а мы здесь разве не были? Недавно. Здесь не были. Ребята, о, да вы там... В таком количестве. Это вас. Так. Там у тебя патроны для дробовика. Ты хорошо так зашел. А чё я боюсь, господи? Подошел и раздал. Устаю, боюсь. Вот и все. Один раз дубиной по голове. Успокоился, приятель. О, кто следующий? Ты? Тоже. Так, зомбачи, давайте. Подошел. Отошел. Тебе тоже раздадим. Наша телка-то корялка вот сейчас родит кого-то. Вот у вас под машиной. Мол, теперь Молотова. Самый. Взяли их тут, распедалили. А подожди, я с твоим дружком не закончил. Теперь можешь подходить. Так, давай себе патроны для дробовика. Как раз пригодятся. Один, как обычно, остался в слоте. Драгстор. Слушайте, а вот помните, когда вот за лекарством надо было идти? А что-то мы сюда не пошли, драгстор. Это ж вроде как аптека. В переводе. С английского на русский. Кто там встал? Котя. О, пой сюда. Нормальный подгон. Так, вот только вот я немного не помню. Там уже у нас выход на какую-то... Саулюс Алиес. Как? Просто выход подземелья. Давайте сбегаем. Еще вернемся. Выйти. Угу. Нет. Сегодня. Нам где-то здесь в определенном месте надо искать. Надо подумать, где оно может быть. Что на самой верхушке? Ладно, ты меня, приятель, подожди. Я скоро вернусь. Если там, конечно же, ничего сверху не найду. А поговорим. Здесь, я помню, сохранялка находится. Стоп. А как это мы так тут разминулись тогда, а? В прошлый раз. Снизу находилась. Давайте вниз спустимся. Не, ну это что-то вот как-то вот, знаете, не очень честно. Считаю.
нас тут. Просто спуск. За эту решетку. Да мы что-то нашли. То, что мы пропустили первый раз. Все. Вскрыли. Так какой смысл? Просто я проход какой-то сделали новый. Да? Просто проход новый сделали. Самый дальний. Ладно. Давайте, подходите. Не стесняйтесь. Где звук такой, знаете, как шлепок? По голове такой смачный. Так, ну вороньё я не боюсь. Там мина находится, это я помню. А еще там зомбачи-кусачи должны быть. Конечно, было бы прикольно, типа прямо здесь лежало. Патроны. Нормально подгон. Спорю. Что, ребят, не хотите мины разрядить немного? Ну, я так могу долго. Кажется, она где-то там справа должна находиться. Возле двориков. Нафиг тебе. Вроде, вроде цело, так что давай, вставай. Так, ну там твой дружок, он подорвался немного. Это улучшалка. Вроде как все. Улучшение огневой мощи. Давай сюда. Мина. Вот бы их так прикольно можно было на дистанцию разряжать. Мина животного. Мясо животного. А, это вороньё. Дипломат пусто. Мина. Пусто. Кто здесь с самого начала опять заложил? Или что? И кто? А, теперь же мы здесь можем пройти. Точно, точно. Прямо здесь тебя запинаем. Слушай, приятель, ты там не станешь? Вроде как не встал. Давай сюда записку свою. О, огневая мощь. Ну что, я вроде сканировал. Сканировал. Искать, что там у вас есть в ящиках. Так и знал, что пусто. Бежим обратно. Бежим обратно.
принципе, мы там всех расчистили, поэтому можно даже и не бояться. Так считаю. Если только здесь что-нибудь, какой-нибудь скрипт не сработает, и не знаю. Новый. Который действует только после поднятия записки. Подождите, вообще нам надо куда? У нас там, по-моему, локация-то неподалеку. Бекон Филдс. У нас Бекон Филдс отдельно открыто, я думаю, мы там... Там справимся. Пойдемте в Бекон Филдс. Здесь неподалеку. Так, надо сесть поудобней. Записку вам искать это. Пойдемте. Как раз. Дарвин Ярд. Что-то у вас тут как-то пыльно, что ли? Я это думал, сейчас попаду опять сейчас туда, на улицу. Знаете, как-то похоже так очень. Здесь даже ничего не просканировали. Стойте, это не та локация там, где школа. Если не школа, а детский сад. О, ребята! Помните меня? Я вот вернулся к вам. У меня, знаете, есть для вас приятный сюрприз. Так. Ты попадешь или как? А, не. У меня для тебя есть особый подарок. А, ты же здесь даже залезть не можешь. Там же, по-моему, у тебя еще дружки были. Там белые дружки. Отвали! Блюдочная. А немного подрегенится. Так, ну вроде кола спасает. У тебя там что было? Вставай, не стесняйся. А, ну я думаю, какую-нибудь хилку мы найдем тут. В любом случае, то чтобы это опасно как-то было для нас, он для дробовика сойдет. Давайте возьмем их. Сколько там их, сколько у нас вообще патронов для дробовика? Так, 10, 3, 15 штук сойдет. Так, ну там вагона просто сидит. Зомби пусто. Пусто. Давайте сходим к зомби пусто. А, ты такой зомби пусто. Безголовый зомби пусто. А вот же он где. Разберелся тут, понимаешь ли. Нафига не столько пистолетных патронов. Ай,
пытающийся стрелять. Я, кажется, знаю, по-моему, в этой будке. Ну, записка. Да-да-да, я же даже тогда сканировал. Ошибок быть не может. Слушай, как туда залез? Ладно. Раз уж тебе там так нравится, не смею мешать. Давайте записку. У тебя есть вируцит? Что это? Придумать магнум могли только янки. Пистолет, который в руке-то еле умещается. Да-да. Магнум я люблю. Глушитель нет. В этой игре еще есть глушитель? Наверное, есть. Однозначно его сейчас буду использовать. Однозначно. Только янки могли придумать такой пистолет. Это я его еще даже не улучшал. Вообще-то это израильский вроде как пистолет считается. Народный израильский пистолет. Давайте почитаем записку. Так, где она там? Так. Паузе. Если это та записка. Так. Смотрим, что у нас не было. Было. Какая-то из этих 13. Нет. Вот это значит 13. 7, 7, 7, 7, 7. Семерки. Ну что, пойдемте на выход. Сколько у нас там этих? Письма Ди доктору Найту. Это наш доктор Найт. Правильно, он там, по-моему, в этом в дворце сидит. В подземельях. Сейчас мы туда и направимся. Доку. Пистолет. А, ну давайте, знаете, сначала, может, в убежище. Там подхилимся, там выложим, что нам надо, что нам не надо. Можно будет со спокойной совестью идти к доктору. Тогда даст нам какое-нибудь задание там интересное. Все, пойдемте. Положим здесь все, что нам надо. Я думаю, у нас столько аптечек, можешь взять аптечку подхилиться. Давай сюда, это нам на дорогу. А, тебе мы поручаем пистолету. Не, пистолету давай-ка сюда. Пистолету не выкладывается. Вот нахрена мне вторая дубина, блин, второй пистолет. Можно как-то без этого пистолета обойтись? Как-то вроде прекрасно и без него выживал. 4. Нас забили хотя бы коктейль Молотова. Думал, таких количествах он мне не нужен.
давайте, знаете что, объединим, может, вот так вот. Ладно, пойду Desert Eagle лучше. Сначала подхилюсь, конечно же. Как же без этого? О! Подгон хороший. Хороший. Давайте колой догонимся. А, я возьму с собой одну аптечку. Маленькую такую, знаете? В принципе, в хозяйстве сгодится, да? А, еще перекусить возьму. Так, детик. Зря, что ли, таскал все это. Я всегда есть нычка. Все, энергетик выпили. Аптечка у нас с собой есть. Все у нас чити-пути, да? Но только слотов что-то мало. А, ну пойдемте Desert Eagle улучшим. Может там все досунется, это как-то дело. О-о-о! Да. Скорострельность. Ну, блин. Разброс, ну хотя бы разброс. Емкость. 13 штук. Вот теперь это реально глушило. Так, а чё ты не перезаряжаешь его? Что там у тебя за патроны? Какие особые надо? Desert Eagle. Да вроде как стандартные должны идти, нет? 9. Что у тебя там за патроны, я тебя спрашиваю? Манин. Так. Емкость магазина. Так, патроны эти к чему идут? А, кажется, я понял. Кажется, я понял, что у меня там за патроны идут. Не эти ли случайно? Я попробую, может, если он перезарядит? Нет. Явно не эти. Какие тогда? Может, Desert Eagle оставим тогда? Но если патроны идут для АК-47, ну, я думаю, здесь все-таки пистолетный патрон у него обычный. Ладно, давайте пойдем к доктору. Так, сохранимся. Записки еще раз искать я не намерен. Да так, на всякий П. Так, док. Где ты ее? Кингемский дворец. Здесь там к тебе зомбей кусачей не набежала. Так, ну вроде как мы сразу на месте, где нам надо было чутиться. Только давайте без сюрпризов, ладно? О, сразу к тебе. Сразу к делу. Просто заперто, мы к нему даже войти не можем. Еще хватаем дробовик и разносим головы, да? Доктору поплохело? Нет, поплохело, вроде нормально. Все, дрымай! Боже мой, это же... Точно, точно. Все 7 писем я их прочел, тоже. 7 писем. Почти все. Не знаю, как тебя благодарить. Ну. Я начинаю работу над панацеей. Уверен, теперь я вмиг с ней разберусь. Спасибо. Давай. Разбирайся. Слушай, приятель, это все, что ты хотел мне сказать? Да, у меня там нету никаких больше. Не, надо подождать, походу. Подожди. Вернуться в комнату отдыха в убежище. А, типа со мной свяжется. Как скажешь, бро. Сделали доброе дело, гуляйте смело, да? Или меня что-то ждет в убежище? Что-то весьма приятное. Например, разговор с тем типом.
будет долго, значит, что-то будет интересное там. Прям квестовое. Ну? Что же нас ждет? А вот ты где. Я тут весь извелся от беспокойства. Где? Кстати, решетку закроем. Где-где? Хорошие новости. Панацея почти готова. Плохие новости. Это вакцина. А не лекарство. А, так тебе тоже надо было. Ну, знаешь, вакцина тоже неплохо. Можно поддерживать состояние, людей не так, чтобы много. Доктор, так вот чего тебя туда понесло. За моей спиной ешаешься с яйцеголовым. Как ты смеешь? После всех моих уроков бежишь к ученому? Это ж они виноваты. Их игрища с вирусами. Эксперимент в господней чашке Петри. И чем же одарил тебя ботаник? Аспирином? Нет лекарства, нет панацеи. Посмотрим. Ты всерьез веришь, что яйцеголовый что-то может? А кто за убежищем присмотрит? Да нафиг твое убежище. Я разочарован. Думал, мы партнеры. Сейчас как принесу тебе лекарство, и ты, блин, заговоришь по-другому. Что мы тут? Обыскать? Здесь что-то есть? Паш, что так? По-человечески можно войти, да? Давайте сходим к нашему старому знакомому. Ну, где-то здесь закрыто было, нет? Это вещь документы. Давайте почитаем документы. Газеты. Еще одна газетенка, это плохо. Так, письма Ди. Вроде как все прочли, нет? Или он успел распечатать где-то сходить? Копию сделать. Мало ли кто не прочитал это. Не, мы это читали в этой серии, даже я помню. Семерки там были одни. Мы точно читали. Блокноты. Ладно. Я так чувствую, мы сейчас с пулеметом будем здесь работать. Я есть прав? А что-то у нас там? Что кто-то остался в живых. Нет, походу, не остался. Ладно. Не хочет, как хочет. Нам сейчас наверх не пришлось бежать. Всей мощи. Запертая дверь. Можно вопрос? А, понял, сюда. Раз сюда, так сюда. Что у нас тут? Матушка. Там дверь, смотрю, заперта, которую мы в состоянии вскрыть. Давайте уберем брус. Давай, качай битку. Если что, сюда побежим. А шо у нас тут? Еще один выход в метро. Вот так оно и есть. Ладно, пойдемте по заданию. Спросили. Войти. Так, доски можешь себе оставить. Особо не нуждаюсь. Ага. Есть только мыши. Я же здесь вроде как всех обезголовил.
О, приятель! А ты откуда тут взялся? Вы красивый. Подумал, мы... Да ты пошел ты нафиг! Как она не ударила вообще? Давайте поосторожнее, может, как-то. Все? Теперь все. Давай улучшал. Мне она пригодится. Схаваем аптечку. Вот уродец, а? Ладно. Надо быть поосторожнее. Но знаете, такая ошибка, она может стать последней. Зарядим наш фонарик, пока есть возможность. Для темных, так сказать, мест. Где никого. Да мы могли же сразу пойти к мемориалу Виктории. Просто вот, знаете, вот... ТП-шнуться немного и все. Возле него. Чуть панацею. Так. Встретиться с доком в Королевском квартале. Где у нас карта? У нас есть карта вообще? Моя карта. Где я есть? Земелье дворца. Давайте сходим сначала к доктору. У меня такая вот просто вот мысля возникла, что... Лучше сделать так. Нахрен этого мудака. Успеем мы сходить еще. К этому Ламберту. Ой, или как там его? Ламберта доктор или этот мужик, который такой... Сюда не ходи, ты сюда ходи. Здесь бойся, здесь не бойся. Не, в принципе, один раз у нас нормально предупредил, это когда там, возможно, ловушка. Но это, блин, догадаться можно было и самому. Вот пропустить этот момент, вот как-то, вы знаете, было бы... Правильно. Да, конечно, чувака мы просрали там, но... Что получилось, то получилось. В любом случае, мы с ловушкой справились. Давайте к доку сходим. Для начала. Успеем мы к нему вернуться еще? Не понял. Мыши? Да, мыши. Что с мелодией? Вроде как все чисто должно быть. Что-то меня как-то это настораживает немного. Возьмем хилку. Там хилочка. Еще, в принципе, найдется, да? Ну и на дорожку себе одну. Маленькую-маленькую такую. Давайте улучшение повсовываем, где это только возможно. Лишним же не будет, да? Огневую мощь на винтовку, там. Скорость. Магазин. Все же меньше в инвентаре, так сказать, да? Сразу экипируем ее там по-нормальному, там.
троечку. Сунем патронов в нее. Сколько надо. Теперь 8 у нее там. Нормальная тема. 4. Ладно. Пойдемте к доку сходим на прием. Посмотрим, обманывает он нас, не обманывает. Вроде как не обязан. Если он сказал приходи, значит чего-то он там добился. Я думаю, все, что от нас требовалось, мы уже сделали. А док, вы знаете, это человек, которого обманывать, в принципе, нету резона. Я думаю, он сам вполне хочет найти эту вакцину. Так, док. Док. Либо он превратился в какого-то суперзомби. Что-то дело попахивает. Зомби вроде как на месте все. Что-то открылось. Либо наш доктор спятил. Вы там как? Снизу. Все живы, здоровы. У нас всегда есть наш старый верный друг дробовик. Нас еще ни разу не подводил. Здесь мы вроде как прошли и не свалились. Это хороший знак. Док? Не, мне кажется, док не совсем в порядке. Точка невозврата, сделав выбор, вы активируете финальную часть зомби. Что же делать? Сходить к тому чуваку? Не, я хочу как-то быть более многогранным. Что-то не в порядке с этим доком. Так гадалки не ходи. Давайте сходим к Ламберту. Он нас просил вроде как. Бежище там к нему прийти. Давайте сходим. Надо было изначально туда идти. Я думаю, если бы все было бы хорошо и прям все идеально, я думаю, док... Док... нас бы встретил, где он обычно встречает. Да что это? Сам сказал такой, приходи, приходи, взялся, съебался. Как-то, знаете, не очень хорошо получилось у него.
Давайте тогда навестим нашего старого знакомого. Так, здесь откроется? Нет, не откроется. Так, метро, надеюсь, никто не резнулся. Бью нахрен дубиной по голове. Уже возможно другой исход. Мариал Виктория, ну пойдемте, как он нас спросил. Мариал Виктории, учить панацею. Ну блин, мне нужно найти еще одного своего старого приятеля. Попросил к нему прийти. Давай встретимся, давай встретимся. Давай встретимся. Если ты так просишь. Лежи. Ай, этот Хоми Флейгов уже вроде ничего нормального не поставлял. Пусто. Здесь флейг. Хотя есть пусто. Да, обыскивать тоже смысла нету. Здесь у нас что? Просто выход в убежище? Так, фонарик, не глюч. Еще пригодишься. Пацан явно с чекушки сбежал. А кто там тел? Ты? Твоих друзей нету со спины? Вроде как нету. Видите, она еще думает, блин, добивать его, не добивать. Прям может так обойдется, да? Давайте спину нашу. Прикроем немного. Вроде как нечего сканировать. Трон для карабина разве только что возьмем. Давай сюда. Жменьку. Где-то здесь хотел встретиться с нами, да? Спрятался. Кто не спрятался, я не виноват.
как все. Нет, из дохлых можете сами есть. Я как-то пас. Со животного. Животного. Пусто. Так, зомби пусто. Чтоб тебе было пусто. Кого? Ну смотрите мне. Я спрашивал. Пусто. Давайте сюда, может, сходим еще. Здесь вроде как чисто. Вот и все. Ты полон. Ну, патроны для... Все нам не надо. Что мы можем улучшить? Да у нас все улучшено уже. Все, что надо было. Все улучшили. Помещение магазина разве что где-нибудь. Недоулучшил там. Все. Сохранится что ли тут? Давайте сохранимся. То мало ли. Так, зараженные есть. А если найду? Патронов. Я думаю, не будет. Второй раз уже точно не будет. А то это стало бы уже закономерностью. Слушай, друг ты мой сердечный, ты где? Между прочим, пришел за тобой. Как ты и просил. Только где ты есть. Искать долго. Давай, подходи. Течка. Берем. Ты приляг, отдохни, может, немного. О, послушный мальчик. Что у тебя есть? 2 патрона. Давай сюда. Еще аптечку заверните мне. Лект. Что-то мне кажется, что я немного сбился с пути, нет? Интересно, интересно. Где этого пацана искать вообще? Или мне все-таки уже к Ламберту надо идти? Блин, они для меня все Ламберты. Сода — это хорошо. Кожаное тоже. Хотя бы лут, видите, он респится. Не
может меня не радовать. Ладно. Сочувствую, мы своим ходом до подземелья дворца выйдем. Да, дорогой? У тебя ничего нету. Своим ходом, так своим ходом. Ладно. Надеюсь, там с ним все в порядке. А то я немного вернуться решил. Ну, естественно, блин. Взял, выбежал своим ходом. Все, побежали уже к этому мудаку, он мне уже достал. В любом случае сюда вышли. Точка невозврата, точка невозврата. Да, нам здесь уже делать нечего. Точка невозврата. Пришли своим ходом. Так, проверить оружие. Не, лучше я тут шотган возьму. Одну такую тварь мы уже замочили. Замочим во второй раз. У нас пуль должно хватить. Давайте Дигла возьмем, испытаем. На живом. Примере. Да? Не зря я с собой снайперку таскаю, да? Что за стрёмные звуки? Не взрывается. Я гадим тебя, мудака такого, пуль столько извел, а ты каплю благодарности, хотя бы голову подставил бы уже. Так старался, так старался. Ёб твою мать! Я думал, ты по голове попадешь, дубина. Давайте, жри спагетти. Дила. За снайперки, главное, попасть не мог. Надо было так говно, наверное, обходить. До километров 10. Там они не спустятся. Надеюсь. Ёбаный насос. Жора, где ты был? Предупреждать надо. Точка невозврата. То есть, если я умру, то я сюда уже не вернусь, да? Надо быть осторожным. Тут мест, наверное, много прикольных, да? Все, ладно, будь предельно осторожным. Наша задача. Кто там уже? Он просто валялся. Дайте мне зомби разобраться. Все. Одного пострелили. Дубину. Это только так вручную убивать. Ходи.
стопудово это док наш. Наш старый знакомый док. Снеси ты ему уже голову. Может нормально голову даже снести. Руку отстрелил, ну извини, не хотел. Все равно этих снайперских патронов как. Так, да? Сколько у меня их там осталось? Что, достаточно? С тобой мы вроде как покончили. А с вами? Аптечку сюда. В случае важных переговоров, я думаю, может пригодиться. Что за звуки? Я не понял. Тему и так вручную. В случае чего достаем дробовик. Да, 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 сразу же. Зомби пусто. Давай его сюда. Зомби. Зомби. У нас есть коктейль Молотова. Или молотова у нас нету. Всех жили. Как-то так. А сюда, дорогой. Он даже встать у нас не может. Ну, по ноге сейчас. Долбаем. Все? Так что не ори. Стремное у вас тут место, я вам скажу так. 4, 6, 2. Там, по-моему, были, но там ничего интересного. Кстати, здесь уже, по-моему, потухло. Ёл. А, вон ты где, блевун ты мой. Сюда подошел. Я на тебе пушку свою новую испытаю. Смотрю, кстати, как она перезаряжается. Это хрен.
хреново она перезаряжается. Да вместо нее что-нибудь другое поставить. Эх, пистолет. Там у меня, походу, особые патроны. Не знаю, может, у нее там 45-й калибр вообще какой. 4-6-2. Ну, давайте успокоим нашу совесть. 4-6-2-1. 4-6-2-2. 4-6-2-3. 4-6-2-4. Я знаю, что здесь нихера нету. Ладно. Открыли дверь. Тоже достижение, да? Куда вообще? Просто туда надо. Вроде как на нашем уровне. Давай, подходи. Друг, подходи. Кто-то наш сигнал глушит жестко. Тот зомбач. Сач. Давай, подлетай. Тебе по рогам как вломим. О, стеклянные двери пошли. Все, нокаут. Это подгон хороший. Карный бомбай. А чё вы можете? За спиной где-нибудь. Нет? Нафиг вас там двое. Так, минус одна. Сколько пуль? Пуль 5. Хватит. Я еще с пистолета размонсуем. Где ты есть? Может, я тебя не вижу? Давай резче как-то, а? Да, ты правильно поняла. Все. О! Как все хорошо сразу настало, а? Так, патронов. Ну, блин, нормально так истратили. Давайте по стандарту на пистолет. Шо мы как те самые, да? Ты же у нас больше не встанешь.
Ты тоже? Вроде как не встанешь. Ты? Тебе это ни к чему? Приятелю твоему тоже, да? Ладно. Фонарик, чтоб виднее было. Целая кухня. Сканировать. Ну давайте. Посмотрим, что там ее. Вот он о чем, Михалыч, вот оно что, да? Давайте. Вниз. Там тут вроде как сигнал никто не блокирует. Кто ты есть? Назовись. Ну тебя мы так уже добьем. Допинаем, так сказать. И доктора. Забрать глаз доктора. А, сколько у нас пуль? Пистолет. Давайте так. Что, давай свой глаз доставай. Хорошим. Все, минус глаз. Здесь у вас есть что-нибудь интересное в комнате? Кроме неприятностей. Че ты не встал? Пошел бы со всеми. Нам в любом случае надо было сюда идти. Как это искать? Ладно. А какой код? Код-то нам не сказали никто. Понял. По-моему, на 6 что-то начиналось. 607. А так, кстати. Подали. 607. Сок. Вот сок мы подберем. Четыре, ноль, семь, четыре, один, ноль, семь, четыре, ноль, шесть, ноль, семь. О боже, походу надолго. Здесь у нас что? Можно фонарик выключить, а? Так, 6 6 4 0 7. 6 4 0 7. Давайте попробуем. 6 4 0 7 6 4 0 7. Fucking genius. Тянешь же меня, да? А еще больше меня тянет взорвать что-нибудь. Так, вроде как зомби появилось. Что у нас тут? Аптечка? Давай сюда. Молотов? Отлично. Скорострельность? Отлично. Больше ничего? Как больше ничего. А
Давайте послабее фонарик сделаем. Что-то он ярко как-то. Театр. Что там, мышей столько или что? Слышь, старый. Сюда подошел. Ладно. Вроде что-то заподозрил, нет? Ну вот, мент заподозрил. Я заметил. Там и оставайся. Вот так вот мы тебя. По-жесткому. Пиной. Встал, молодец. Беляк, отдохни. О, и второй согрелся. Все? Не все еще. Теперь вроде как все. Ползуны. Псачи-ползачи. Вы что, специально там обезноживали? Приятель, ты так и оставайся в лежачем положении. И ты одноногий. Да что здесь с вами случилось? Здесь у вас что, пираты все собирались? Я не знаю, что еще сказать. Что там? Патроны для шотгана. От души. Так, а здесь больше у вас ничего. Это же столовка, мать его. Должно быть дохрена хавки. Что-то дохрена хавки я не вижу. Что там? С этой стороны. А, да понял. Цель. Фух, давайте фонарик наш немного подзарядим. Пойдем дальше. Быстренько гляну, что у нас есть. 8 этого, 7 этого. Надо было на винтовку больше патронов взять. Что у нас осталось там в убежище? Могли срезать или что это? Это кладовая какая-то. А, понял, понял. О! Карабинчик. Карабинчик мы сейчас перезарядим. Ну и фонарик тоже. Давайте. Карабинчик возьмем. Подзарядим его малость. То мало ли. Полный. Не будем. Еще столовая. Еще столовая, это хорошо. Это бонус, это бонус. Бачей, главное, тут нет. О, вот это выход. Вот это я понимаю выход. Давайте.
найдем. Все. Так, подземелье дворца. Или в убежище. Давайте в убежище сходим. Возьмем патрошев там, каких нам надо. Может даже что-то заменим, например, Desert Eagle. А еще такие, точка невозврата, точка невозврата. Конечно. Сейчас получим панацею. Сейчас все будет у нас прекрасно. Аптечек, конечно же, я налутал много. Так. Давай-ка, Дикл, ты свой положи. Потом наиграешься. 4. Теперь молотого, может, оставлю. А то может взять какую. Вы знаете, конец игры может быть всякое. Возьму патронов. 16 там, да? Чем богаты, да? Добью магазин уже этим. Что еще мы можем взять? По сути дела, у нас 3 аптечки. Даже есть одна... О! Есть еще сок. Давайте, ладно. На этом... завершим. С вами был Зазепа. Всего хорошего, удачи и пока. Ждем, конечно же, следующую серию, которую я сейчас, наверное, и запишу. Все.